Смотрите сегодня в выпуске. Из жизни букв лингвист и блогер Никита Сафронов посетил Саров. Бродячие собаки запугали горожан. Как обстоят дела с отловом хвостатых беспризорников? Самые быстрые и меткие. Завершились городские соревнования по палеотлону. Далее расскажем обо всем подробно. 30 лет отметит городская дума в этом году. За этот срок саровские законотворцы приняли немало инициатив, изменивших к лучшему жизнь Сарова и не только. Депутаты разработали принятый в 1992 году закон о ЗАТО. Он позволил всем закрытым административно-территориальным образованиям развиваться в непростое для страны время. Еще одним важным достижением стали внесенные в прошлом году на региональном уровне поправки о льготном налогообложении резидентов территорий опережающего развития. В законодательном собрании из уст первого заместителя Ольги Владимировны Щетининой тогда прозвучало, что не так часто, а можно сказать очень редко, советы депутатов или городские думы выходят с законодательными инициативами, но еще реже случается, что эти законодательные инициативы принимаются. Но в данном случае нас вот ждал успех. В 2024 году одним из главных вопросов станет модернизация закона о ЗАТО. Некоторые из его положений в современных реалиях уже не работают. Еще один механизм возможного развития Сарова – комплексное развитие социальной инфраструктуры города. Прямое поручение об этом дал президент Владимир Путин во время своего прошлогоднего визита в Саров. Народные избранники тоже готовят предложение, как реализовать эту задумку. Нужно прикладывать максимальные усилия, что многие из вас хорошо понимают, решение целого ряда сложных вопросов города лежит именно в плоскости таких вот решений верхнего уровня правительства, президента, Государственной Думы. В поле постоянного внимания депутатов и проблема жилищного строительства. Хотя по уставу города у Думы нет полномочий для решения этого вопроса. Депутаты вовлечены в процесс под разрешение этой проблемной ситуации, там отсутствие строительства нового жилья, ввода и высоких цен на квадратный метр, которые присутствуют сегодня. Я не хочу забегать вперед, но хочу сказать, что этим вопросом мы будем очень серьезно заниматься и в 2024 году. И мне хочется верить, что когда мы соберемся через год, мы уже будем говорить о некоторых первых результатах. Если не о сдаче какого-то жилья, то о начале стройки. На вопрос о саровских недостроях Антон Ульянов ответил, что строительство многострадальной школы на улице Зорге наконец завершено. Однако школу запустят без новой дороги. Возникли проблемы с проектом. Стоит вопрос об увеличении срока работ. Также сдан после капитального ремонта и центр образования. В этом году саровские депутаты продолжат активную работу по запуску проекта инициативного бюджетирования «Нам решать» по аналогии с губернаторской программой, но и средств городского бюджета. Антон Ульянов надеется, что новая программа позволит реализовывать проекты, которые важны саровчанам. На протяжении 2023 года инфляция в Нижегородской области оставалась ниже общероссийской. В декабре она практически не изменилась и составила 6,9%, говорится в информационно-аналитическом комментарии об инфляции в регионе. Ускорился рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. Например, на яйца, новые машины отечественных марок, одежду, мебель. Спрос на эти товары оставался высоким, что позволяло производителям и поставщикам переносить в цены возросшие затраты. При этом рост цен на продукты питания сдерживало в том числе расширение предложения сахара. В 2023 году отечественные аграрии собрали больше сахарной свеклы, чем годом ранее. Благодаря этому в области замедлился рост цен на сахар. В декабре годовая инфляция в целом по стране составила 7,4%. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, она снизится до 4-4,5% в 2024 году. И в дальнейшем будет оставаться вблизи 4%. Подробнее о динамике цен в Нижегородской области можно узнать на сайте Банка России. Максимальный размер социальных вычетов по налогу на доходы физических лиц повысили с этого года. Налоговые вычеты будут применяться при подаче декларации по форме 3 НДФЛ. Максимальный размер вычета за обучение ребенка составит 110 тысяч рублей. За свое обучение и за расходы на приобретение лекарств, медицинские услуги, физкультурно-оздоровительные услуги, расходы по договорам негосударственного пенсионного страхования и страхования жизни – 150 тысяч рублей. Величина расходов по дорогостоящему лечению остается прежней и будет неограничено. Для социальных категорий граждан предусмотрены льготы по имущественным налогам.
Предоставление льгот физическим лицами носит беззаявительный характер. Если физическое лицо не предоставило заявление в налоговую инспекцию на льготу, то льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральным законодательством. Льготы по транспортному налогу в размере 50% предоставляют пенсионерам, инвалидам, гражданам предпенсионного возраста. На льготы в размере 100% претендуют участники-инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, многодетные семьи, участники СВО. Льготы распространяются на одно транспортное средство – легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил включительно. По налогу на имущество физических лиц льготные категории граждан прописаны в статье 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Это пенсионеры, инвалиды первой и второй группы, граждане предпенсионного возраста, инвалиды с детства, военнослужащие, ветераны боевых действий. Льготы предоставляют в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога. Квартира или комната, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машиноместо. Также социальные категории могут получить льготу по земельному налогу. Гражданам предоставляется вычет в размере 6 соток. Вычет предоставляется на один земельный участок с максимальной исчисленной суммой налога. Категории граждан – это пенсионеры, физические лица предпенсионного возраста, физические лица, имеющие 3 и более несовершеннолетних детей, инвалиды первой и второй группы, ветераны и инвалиды боевых действий. За подробной информацией по всем интересующим вопросам обращайтесь в налоговую службу или по телефону единого контактного центра 8 800 222 22 22. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. 22 тысячи человек сейчас болеют в регионе сезонными инфекциями. В основном при обследовании заболевших выявляют вирусы гриппа порядка 71%. На втором месте – ковид, далее – прочие респираторные инфекции. По словам эпидемиологов, ситуация под контролем, показатели заболеваемости в норме. Например, в Сарове в январе этого года по сравнению с прошлым заболеваемость новой коронавирусной инфекции снизилась на 83%. Тем не менее, расслабляться рано. Впереди февраль – традиционный пик распространения сезонных инфекций. Поэтому важно не забывать об элементарных правилах профилактики. Те, кто не привился в этом году и заболел, думаю, стоит пересмотреть свою позицию уже на будущий год. А в этом году, пока у нас эпидемия не спала, обращаем внимание на необходимость всевозможных профилактических мероприятий, которые мы уже достаточно активно делали в период ковида и которые ежегодно мы рекомендуем во время эпидемии гриппа. Это ограничить выходы в общественные места. Это если все-таки вам надо в какие-то общественные зоны, где много людей скапливается, использовать защитную маску. Иметь с собой всегда кожные антисептики или, если есть возможность, чаще мыть руки. Отличить грипп, коронавирус и ОРВИ непросто. Часто бывает, что один вирус накладывается на другой. В таких ситуациях риск осложнений выше. И очень важно вовремя обратиться за медицинской помощью. Основные признаки ОРВИ – боль в горле, насморк, кашель и чихание. Грипп же и ковид характеризует резкое повышение температуры. Грипп и ковид чаще начинаются, скажем так, неожиданно, сразу с высокой температуры. То есть, если респираторная инфекция, банальные там риновирусы, РС-вирусы, постепенно температура нарастает, день там 2, 37, 37,2, когда ты не замечаешь, только чувствуешь усталость, потом эта усталость нарастает, ты меряешь температуру, и уже у тебя может быть там даже 38. Но это происходит в течение там недели. По гриппу, как правило, вчера ты совершенно спокойно закончил рабочий день, приехал домой, поел, лег спать, а утром ты не можешь встать, потому что у тебя 39. Чтобы предотвратить распространение вирусов в коллективах, эпидемиологи рекомендуют чаще проветривать помещения, проводить влажную уборку, а в школах на входе организовать фильтры, измерять детям температуру. При первых признаках заболевания необходимо оставаться дома. Кроме сезонных инфекций, в регионе продолжают фиксировать случаи заражения корью и коклюшем. Например, в Сарове зарегистрировано 5 случаев коклюша. Все заболевшие – дети в возрасте до 14 лет. Специалисты настоятельно рекомендуют не игнорировать национальный календарь вакцинации и вовремя прививаться самим и прививать детей. Вот сейчас как раз тот период, когда после коронавирусной инфекции население, ну не только региона, а вообще, наверное, в мире в целом, находится в такой иммунной депрессии, потому что
Очень многие приболели, да не по одному разу, да. Сейчас вот у нас пошла эпидемия гриппа, тоже это снижает иммунитет. И на этом фоне все вот наши старые инфекции, все наши внутренние какие инфекции, ветрянки, там всевозможные хронические подострые заболевания, они начинают возобновляться, они начинают активироваться. Некоторое время в регионе не было вакцины против кори. В начале января она поступила во все поликлиники области. Все желающие могут сделать прививку. 156 безнадзорных собак отловили за прошлый год сотрудники Госветуправления. В 2024-м учреждение продлило контракт с администрацией. На отлов выделили финансирование. За январь по программе ОСВВ прошли 19 собак. Сейчас по городу насчитывается 6-7 стай бродячих собак по 5-6 голов. Госветуправление ведет работу по отлову, но также обращается и к жителям Сарова. Будьте осторожны, лишний раз обойдите скопление животных, не привлекайте их внимания. Со своей стороны, значит, мы приступили уже к отлову этих диких животных, собак. Значит, программа, которая называется ОСВВ, вот согласно контракту мы ее начали, приступили к выполнению этой программы. Значит, что в нее входит? Отлов, стерилизация, кастрация, вакцинация и выпуск в те места, где, значит, эти животные были отловлены. Агрессию могут проявлять как те собаки, которые прошли по программе ОСВВ и у которых есть бирки, так и нестерилизованные. Если вы столкнулись с неадекватным поведением безнадзорных собак, обращайтесь в Госветуправление или в администрацию. Ситуацию возьмут под контроль. Программы предусмотрено повторный отлов. Это именно тех животных, которые проявляют агрессию не только по отношению к животным, там, к другим животным, но к людям. Там. Поэтому, значит, принято решение совместно с администрацией производить повторный отлов и направлять в приют на содержание до 90 дней. Через это время снова оценивают поведение животного. Если собака продолжает лаять и бросаться на людей, то ее оставляют в приемнике на пожизненное содержание. Следует помнить о том, что стаи безнадзорных животных скапливаются там, где их регулярно кормят. А агрессию они могут проявлять, потому что защищают кормовую базу и территорию. Так, например, происходит и на улице Силкина, где жители построили для собак шалаши из АТЦ «Галактика». Там уже биркованных животных тоже подкармливают неравнодушные люди. Где люди подкармливают, там количество животных может возрастать, потому что они мигрируют по всему городу, но где есть кормовая база, естественно, они идут туда. Поэтому предположение, что сытая собака не будет агрессировать или там, нападать на людей, я считаю, что это ошибочно. В любом случае, вот в этот период времени как бы кормовая база – это не основное, все-таки основной – это инстинкт. Программа ОСВВ рассчитана с 6-месячного возраста собак, поэтому пристроить совсем маленьких щенков Госветуправлению помогают волонтеры приемника «Верный друг». Также горожанам напоминают, что учреждение бесплатно вакцинирует домашних животных против бешенства. Специалисты работают и на выезде последние – субботу и воскресенье каждого месяца по адресам. Улица Шверника, между ТЦ «Магнит» и домом номер 15, парковка перед кинотеатром «Россия», площадь Ленина, возле Цкитвнеев, улица Ленина, ТЦ «Пятерочка», улица Академика Харитона, съезд на лыжную базу, театральный проезд, территория бывшего рынка. Госветуправление перешло на новый режим работы с понедельника по пятницу с 7 до 19 часов. Суббота-воскресенье с 9 до 15 часов. Подробности по телефону 492-00. Светлана Ерунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Скоро весна, снег начнет таять, и из-под него выглянут первые подснежники. Речь идет далеко не о цветах. На газонах и асфальтах на пешеходных дорожках появятся собачьи экскременты. А все потому, что многие хозяева четвероногих принципиально не убирают за своими питомцами. У кого, наверное, одна собака, тот считает, что я буду убирать. Ну, именно от моей собаки какашечка растворится, и не будет этой какашечки весной. Могу сказать вам, нет. За 3 месяца эта какашечка никуда не денется. Она будет лежать на том же самом месте. Единственное, может быть, водой как-то ее растворит, и то нет.
По словам Светланы Романовой, те, кто утверждает, что собачьи экскременты – это удобрение, заблуждаются. Скорее всего, это отговорка, чтобы не убирать за собакой. Собачий кал имеет слишком высокую химическую активность и очень медленно разлагается, поэтому как удобрение не годится. С такой подкормкой растения просто сгорят и погибнут. Так что если весной на газоне появились проплешины, скорее всего, это результат того, что в этом месте лежала неубранная кучка. Трава в этом месте вырастет не скоро. Большая просьба ко всем собачникам, что все-таки убирать. Ну, я не знаю. Ну, вы прекрасно знаете, чем вы кормите свою собаку. Вы завели животное, мы в ответственности за тех, кого мы приручили. И не только за это милое личико, которое приходит и которое прям счастье приносит. Ну, и то, что оно откладывает. Мы культурные люди, мы живем в городе. И, честно говоря, когда идем по дорожке и смотрим там, что чуть ли не под ногами какашки, тут какашки, и каждый раз на глаза они попадаются, естественно, неприятно. Ну, убирайте. Это не так сложно. Многие хозяева утверждают, что их собака справляет нужду вдали от газонов и скверов, и это никому не навредит. Разлагаясь, собачья кучка со временем превращается в пыль, которая разносится на значительное расстояние ветром. Вместе с ней в путешествие отправляются и все бактерии, и яйца паразитов. Собачий кал – сильный раздражитель, который может негативно влиять на самочувствие людей, больных аллергией или астмой. Кто его убирает? Уборщица, которая убирает ДЭП, там, я не знаю, дворники, еще кто-то. Ну, во-первых, они не подпитывались на это тоже, и для них тоже это не такое счастье убирать за вашей же собакой какашки. Это во-первых. Во-вторых, ну, у вас дети, которые тоже ходят и по газонам, и, ну, сами, в конце концов, можете спросить, где ты. Я сама убираю за своими, и, честно говоря, когда я иду убирать за своей собачкой, и не одной, то получается, что я на ноги собираю остальные чужих собачек, что тоже неприятно. Приходится домой приходить и мыть все. Поэтому количество какашек будет весной много. Заблуждение собачников и в том, что экскременты в природе исчезнут за несколько месяцев, а в пакете будут лежать сотни лет. Это утверждение верно только тогда, когда кал собирают в обычные полиэтиленовые пакеты. Делать этого нельзя. Полиэтилен действительно разлагается несколько сотен лет. Но сегодня существует несколько видов биоматериалов, из которых и делают специальные мешочки для прогулок с собаками. Уважайте себя и горожан. Помните, ваша собака – ваша ответственность. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Следующий классический аргумент в защиту любой буквы – это что иначе появятся омографы. Это небольшая проблема, но иногда вот могут быть какие-то комичные случаи. Например, дует и дует можно перепутать. Об истории русского языка, изменениях в орфографии и алфавите можно рассказывать увлекательно и даже забавно. Такую задачу воплощает блогер, лингвист, популяризатор русского языка, лауреат премии «Просветитель Digital» Никита Сафронов, который ведет свой канал под псевдонимом «Микитка, сын Алексеев». Молодой человек снимает ролики о славянских языках, об истории и культуре славянских стран. В Сарове лингвист выступил с лекцией «Из жизни букв». Что мне интересно сейчас рассказывать, то и рассказываю на канале. Ну, конечно, делаю скидку на то, чтобы это людям хоть чуть-чуть было интересно. Но, с другой стороны, мне кажется, неправильный подход, когда блогер идет на поводу аудитории и выпускает только то, что интересно. Я считаю, что то, что людям будет интересно, это можно навязать. То есть ты сам, допустим, хорошо рассказываешь что-то, рассказывай о чем угодно. Люди будут смотреть видео из-за тебя, а не из-за темы. Какая история у букв «ё» и «э»? Какие были конкуренты у закрепившихся в азбуке новых букв? На встрече в библиотеке Пушкина Никита Сафронов рассказывал о феноменах и интересных фактах языка, об изменениях в русском алфавите. На лекции были и сотрудники библиотеки, и школьники, и все те, кто интересуется языкознанием. Некоторые гости были рады увидеть вживую блогера, которого смотрят всей семьей. Он потрясающий. Я в таком восторге, что он приехал. Во-первых, мы его смотрим всей семьей. И он классный, такой интересный. Одни эти усы в разлет, это же потрясающе. Мне очень понравилось, было очень интересно и много юмора. Особенно понравилась концовка там. И вот эта буква, которая была похожа на рой или какие-то соты. Вообще непонятно. Но очень понравилось, правда, интересно. И удивлен, что такая научная тематика, такой юмор, плюс еще и блог. Правда, удивительно. Слушатели могли задать спикеру интересующие вопросы. Также блогер провел лекцию и в духовно-научном центре для школьников. Никита Сафронов посетил Саров по специальному приглашению Саровской православной гимназии.
Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. На верхнюю грань давит вот этот столб жидкости. Обозначим, например, какая-нибудь сила F1. У сотрудников РФА СВНЕФ Ирины Гусихиной и Вероники Комрачковой идея создать образовательный проект для детей возникла давно, но реализовать ее долго не получалось. Тогда коллеги решили попробовать заявиться на грантовый конкурс от Росатома. Удача им наконец улыбнулась, и в Сарове стартовал проект «Атомные дети», направленный на формирование у школьников интереса к инженерной деятельности и овладение техническими знаниями. У нас будут проходить разные мероприятия, в том числе еженедельные занятия по физике и математике. В основном это будут углубленные занятия по предмету для мотивации, для того, чтобы детям больше и интереснее раскрыть предмет. Перед началом занятий прошли отборочные вступительные испытания, на которые пришли очень много желающих. Изначально организаторы хотели набрать в группы 50 человек, а в итоге сейчас занимаются около 100 школьников с 4 по 11 классы. Для этого открыли две дополнительные группы. Преподаватели проекта – сотрудники РФА СВНЕФ. Терехин Антон Владимирович – это репетитор по математике. Пинягин Иван Владимирович – репетитор по физике. Я Ирина Гусихина и моя коллега, соратница по проекту Комрачкова Вероника Юрьевна. В рамках проекта школьники 4-11 классов углубленно занимаются физикой и математикой, разбирают олимпиадные вопросы, головоломки и задачи с повышенным уровнем сложности. При этом педагоги стараются сделать занятия увлекательными и наглядными, чтобы каждый ученик усвоил материал. Также в рамках гранта у нас будут проходить очень интересные мероприятия. У нас будут инженерные праздники, у нас будут брейринги совместные с родителями. А также мы планируем поездку в Москву на ВДНХ, в центр Росатома и обязательно экспериментариум, чтобы показать детям физику во всей ее красе. Параллельно дети познакомятся с историей советского атомного проекта и биографиями выдающихся ученых. Проект «Атомные дети» будут реализовывать по сентябрь. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. На минувшей неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали 5 ДТП, 3 из них с пострадавшими. На улице Садовой женщина на «Опеле» сбила ребенка, который шел по краю проезжей дороги в попутном направлении. В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения. После осмотра врачом был отпущен домой. Там усматривается вина пешехода. То есть ребенка, который двигался у края проезжей части, и где на него был совершен наезд. Там был составлен административный материал по статье 5.35 на родителей данного молодого человека. На улице Зернова водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем. От сильного удара «Лексус» продолжил движение прямо и задел еще одну машину «Kia Ceed». В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины Kia Ceed, ребенок 2021 года рождения, получил телесные повреждения. После осмотра врачом также был отпущен домой. Еще одна авария произошла на улице Яблоневой. Водитель Kia Rio в жилой зоне сбил несовершеннолетнего пешехода, который шел по краю проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. После осмотра врачом был отпущен домой. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Интеллектуальная основа советского ядерного щита строилась на 3К – Курчатов, Келдыш, Королёв. Но самое секретное и потому самое значительное К – Кочерянц – долгое время была скрыта от внимания людей. Под его руководством разрабатывались и создавались десятки боевых частей ракет. По его идеям и техническим решениям выпускались ядерные боеприпасы – основа щита СССР и России. И сейчас многое из того, что создано было Кочерянцем, находится на вооружении российской армии и обеспечивает нашу безопасность. Самуил Григорьевич Кочерянц – один из тех, кто сделал нашу страну великой ядерной державой. В честь 115-летия со дня рождения Самвела Кочерянца в городском музее открылась небольшая выставка под грифом «Секретно». В экспозиции можно увидеть фотографии разных лет, личные вещи, уникальные документы. Примечательно, что многие из них городскому музею Самвел Григорьевич передал лично. Заслуги Самвела Григорьевича были достойно оценены Родиной. Он дважды Герой соцтруда, лауреат Ленинской и 3 сталинских премий, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный деятель науки и техники,
кавалер 6 орденов Ленина и ордена Октябрьской революции, почетный гражданин города Сарова и города Норба-Изет в Армении. Мы по праву гордимся тем, что в нашем музее хранятся государственные награды Самвела Григорьевича. Их можно увидеть в нашей постоянной экспозиции. Посмотреть юбилейную выставку, посвященную талантливому конструктору Самвелу Кочерянцу, можно до середины февраля в часы работы городского музея. Возрастное ограничение 0+. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ансамбль «Красивый возраст» в Сарове существует меньше года. За это время участницы уже успели выступить на различных площадках города. А в феврале приняли участие во всероссийском конкурсе фестиваля «Творческие люди в Арзамасе», где коллектив стал лауреатом первой степени. Выступление на большой сцене для коллектива было дебютным. Во-первых, мы не ожидали, поскольку, общаясь с людьми, мы услышали и увидели со сцены, какие коллективы, поскольку они занимаются, и соизмерили со своим опытом. Ну, думаем, хорошо то, что мы просто поучаствовали. И вдруг нас вот приглашают, мы, конечно, мы были в восторге. В конкурсе приняло участие более 50 коллективов. Среди них дети, молодежь и исполнители старшего поколения. На сцене коллективы демонстрировали творческую смелость, а также получили оценку о проделанной работе от профессионального жюри. И к нам подошла женщина. Она говорит: «Вы знаете, это вы танцуете «Красивый возраст», да?» Мы говорим: «Да». Она говорит: «Я из-за вас только приехала, из ВАДа, чтобы посмотреть вас». И у нее был тоже цыганский танец, как у нас. Вот. Но у нас вот коллективный, она одна выступала. И знаете, вот когда мы посмотрели вот эту молодежь, и самые последние выступили, было много оваций, было много эмоций, было аплодисментов, и мы понимаем, что мы звезды. Ансамбль «Красивый возраст» создан в рамках проекта «Саровское долголетие». В нем занимаются более 20 человек. Почти все участницы из Совета ветеранов 8-го микрорайона. Каждый из них с восторгом откликается о проекте и рада, что попала на занятия. Здесь женщины разучивают танцы народов мира, общаются и проводят время с пользой. Перед каждым выходом на сцену руководитель коллектива Галина Сайкушева заряжает участниц своим позитивом и дает установку на победу. Так было и в Арзамасе. Галина Сергеевна сказала: спокойно, вы все равно лучшие, поэтому танцуйте так, как вы танцуете у нас на репетициях, то есть танцуйте и получайте удовольствие. На достигнутом результате участницы ансамбля останавливаться не собираются. Они почувствовали вкус победы и уже сейчас планируют поехать на очередные конкурсы в Москву и Нижний Новгород. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Соревнования по палеотлону проходят в Сарове 4 раза в год. В зависимости от сезона спортсмены соревнуются в тех или иных дисциплинах. В многоборье всегда входит стрельба, зимой включаются лыжные гонки, летом – метание гранаты, спринт, кросс, плавание. Испытать свои силы в палеотлоне могут как взрослые участники, так и дети с 9 лет. Чемпионат города по зимнему палеотлону прошел в 2 этапа. В первый день спортсмены состязались на базе тира школы номер 14. Мы очень усердно стараемся. По четвергам мы ходим сюда заниматься, стреляем. У нас есть час, мы занимаемся, стреляем. Просто готовимся ко всем соревнованиям. Нам сообщают заранее, мы готовимся. Где рассчитываешь сегодня показать наивысшие результаты? В какой дисциплине? Ну, я думаю, больше стрельба. Почему? Ну, у меня больше стрелять получается. Участникам предстояло показать свою меткость в состязании в стрельбе из пневматической винтовки. Следующий этап – силовая гимнастика. Для женщин – сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Для мужчин – подтягивание извиса на высокой перекладине. По словам председателя городской федерации палеотлона города Ирины Лобачевой, спортивное многоборье – расширенный и более профессиональный вариант комплекса ГТО. Если вы знаете, что такое ГТО, то это вот более расширенно, более профессиональный уровень ГТО. Еще у нас происходят выездные соревнования, которые 2 или 3 раза в год мы, в принципе, выезжаем. Это Кстово, Нижний Новгород мы выезжаем. Предполагается российский формат, ну, если закладывается, если есть желающие. Также в рамках состязания участники сдавали бег на лыжах. По результатам городского чемпионата по зимнему палеотлону сильнейших пригласят на выездные соревнования. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.